Общественным транспортом ежедневно пользуются тысячи, если не десятки тысяч людей. Большой популярностью среди пассажиров пользуется метрополитен. И не зря. Быстро, удобно, без пробок. Но, к сожалению, чаще всего несчастные случаи, связанные с неосторожностью пассажиров, происходят именно в метро. На станциях метрополитена не заходите за желтую линию края платформы и избегайте толпы. Малолетних детей обязательно держите за руку. Если вы бронили личные вещи на рельсы, не стоит доставать их самостоятельно. Сообщите дежурному по станции, и персонал предпримет все меры, чтобы достать упавший предмет безопасно. Нередки случаи, когда пассажир теряет равновесие и оказывается на рельсах. Если такое произошло, внимание, запомните следующее правило. Не паникуйте и ни в коем случае не пытайтесь сразу же выбраться самостоятельно, так как вы можете наступить на контактный рельс под высоким напряжением. Он находится ближе к краю платформы, за исключением станции метро Первомайская, где он расположен ближе к стене. Не теряя ни минуты, бегите в голову платформы, туда, где находятся часы. В этом месте машинист сделает остановку. Если же вы понимаете, что бежать уже поздно, то ложитесь в углубление между рельсами. Глубина лотка рассчитана на то, чтобы ходовая часть вагонов не коснулась человека. Если вы стали свидетелем падения человека на рельсы, не пытайтесь оказать самостоятельно ему помощь. Незамедлительно сообщите персоналу метрополитена, либо сообщите о происшествии, используя устройство экстренной связи. Соблюдайте эти простые правила, чтобы ваша поездка в общественном транспорте была приятной и безопасной.